У православных верующих сегодня крещенский сочельник. В канун великого праздника Богоявления в храмах идут торжественные службы с чином освящения воды. И по традиции многие собираются окунуться в Иордань. Первые крещенские купания уже состоялись на Дальнем Востоке. В столице Приморья из-за тонкого льда в этом году не стали делать прорубь в гавани Амурского залива. Но желающие смогли окунуться в купель прямо в храме. Всего в регионах оборудовали почти 3000 мест для купаний. В Москве и Подмосковье они начнутся совсем скоро после вечерней службы.